Гранд-финал вайлдкарда окончен. СНГ оказалась впереди Бразилии, Вьетнама, Японии и многих других сильных команд. Но Турция оказалась нам не по зубам. И теперь нам всем предстоит пережить это разочарование от поражения в гранд-финале. We had some champion pool diversity mid lane issue. Now we fixed it, so we are ready to be that team which is gonna win. For the match of tomorrow, what are your expectations? I expect my team to perform well, as well I expect myself to perform well, and if we did enough job to win this tournament, if we are ready to win it, we will win it very easy. If we are not ready to win, it will be a hard match, or like maybe we will lose. But I think that we are pretty ready for a victory. I expect my team to play better than we played our regular wildcard games, because I still think that we could perform better than we did. Entrevista 3, Alexander. Hi, Alexander. Thanks Hello. For being here. I would like to start the interview by asking you, when did you decide you wanted to be a professional gamer? 6 месяцев тренировок, сезон континентальной лиги, впечатляющий групповой этап. Хардрендом выходят на финишную прямую, и впереди стоит только турецкая команда Supermassive. Okay. So tomorrow you will leave the hotel at 9:30, right? There's going to be a van there for you. You're going to come here, you're going to have lunch here. During the match, between games, you're going to come back to this room, okay? There is a bathroom in there, and you stay here for 10 minutes, and then we're going to knock on the door, and then you should go back on stage. У меня, короче, простое правило. Левый кусок клавиатуры должен быть у левого края монитора, расположенный на расстоянии, равно приблизительно паду. Чуть больше, чем через 12 часов, состоится гранд-финал International Wildcard Invitational. Прямо сейчас ребята из Hardrandom раскликиваются на этом огромнейшем стадионе. Несмотря на то, что League of Legends — это игра по правилам, завтрашний бой будет жестким и беспринципным. А приз за него — этот огромный рестлерский пояс. В Мексике рестлинг весьма популярен, но на этом 11-тысячном стадионе League of Legends готова побороться с рестлингом за звание самого популярного спорта в Мексике. До финала осталось чуть менее 3 часов. Уедем мы уже через 10 минут. Настроение у меня отличное. Выспаться практически удалось. Побеждать вроде готово. Уровень игры у нас с турками специфический. Если им достаются определенные чемпионы, а нам не достаются, нам сложнее себя реализовать. Но мне кажется, что у нас больше шансов. И если сегодня как-то и закончатся игры, то это будет либо 3-0, либо 3-1 в любую пользу. У турков довольно агрессивный стиль, в то время как у нас стиль «переживи early game, и ты, в принципе, выиграешь игру». То есть все будет ставиться на early game. Игра шаров — это игры, которые невозможно смотреть, в принципе, без успокоительных. Кажется, что вот-вот, сейчас все будет плохо, а потом все хорошо. Меня просто переполняет радость, переполняет просто вера в наших ребят. Это самый большой стадион, на котором когда-либо играла СНГ-команда. И самое главное для ребят – это справиться с волнением и разобраться со своим противником в ущелье призывателя. Каждый раз, когда команда из СНГ выигрывает драку, стадион взрывается. При выходе Киры или Крита на сцену весь стадион аплодирует. Похоже, за СНГ-команду здесь все-таки болеет больше людей. После яркой победы во втором матче третья карта оказалась не столь успешной для Ашер. Прямо сейчас ребята обсуждают свои ошибки и думают, как им доигрывать эту серию матчей. Давайте посмотрим. Нет, его не надо форсить вообще. Это полный идиотизм. Мы должны были... Не, вы должны были отдать их. Хорошо, возможно. Если они забирают дракон, мы забираем первый. Вы стрелялись в лейт, вас бросили. Хорошо, все. Дальше, Кир, ты не идешь умирать. Ты 2 раза эту игру пошел и умер. Да. Просто так. Да. И, Саша, понимаешь, мы не можем так идти вот там из заингейджили на митинг, вы торчите сюда, зачем?
за мой народ. Судя по всему, мы не были готовы выиграть этот вилдкарт, так как мы думали, думали мы обратное. Конечно, я чувствую там не разочарование, а досаду и расстройство. Наше путешествие, так сказать, закончилось, и это всегда печально. Hard Random так хорошо играли весь турнир. Нам в любом случае стоит поблагодарить их за это выступление, и мы с нетерпением будем ждать летнего вайлдкарда и будем надеяться, что выступление СНГ-команды там будет еще лучше.